Сомнение. То есть волнение у нас прошло. Следующий вопрос – это сомнение. Этот таракан убивается очень просто. Одним вопросом. Почему я сомневаюсь? Просто напишите себе, почему я сомневаюсь, что у меня не получится выступление. Напишите, чтобы у вас мозг понял. Если вы хорошо внешне подготовились, если вы хорошо внутренне подготовились более-менее сносно, да, то почему у вас сомнения? Прописываете, ага, может мне там, допустим, там, не знаю, там некомфортно. Что сделать, чтобы было комфортно? Может у меня свет плохой? Хорошо. Как я буду выглядеть, да? Ага. Понятно, что значит тогда сравните, как вы выглядели, когда камера стояла вот так, и когда камера стояла вот так, и когда камера так. Понятно, что когда вы смотрели наши уроки в школе видеоблогера, мы говорили вам четко и понятно, что если камера стоит снизу вверх, это у ноутбуков так бывает, да, то вы изначально при таком ракурсе, ну, 90% женщин выглядит старше и страшнее. А у мужчин бывает в носу там эти волосы растут, там видно все их не заросли, эти кудри там эти, да, носовые, да? Вот. И вот когда вы хотя бы так поставьте, то вы избавляя, то есть прописываете, почему я сомневаюсь, да, и начинаете отрабатывать эти самые возражения. Вот здесь. И все будет хорошо. Домашнее задание. Как побороть сомнения, да? Первое, это прописывайте на листике, почему вы сомневаетесь, почему можете сомневаться, что может случиться, да? Ну, то есть максимально. Я могу выступать, и вдруг там сосед будет сверлить. Может, может, да? Второй вопрос напишите себе в сомнении, да? Что будет, если вы залажаете? Вот просто, да, что будет с вами, с вашей семьей, с вашим бизнесом, если вы на вебинаре лажанете, ну, сделаете его неправильно. А потом пропишите, в следующем, на другом листике напишите, да, что будет, если у вас все пройдет удачно. Потом сравните, что будет, то есть разница будет очевидна, да, и с каждым стримом, с каждым выступлением вы будете сильнее, сильнее, сильнее. Если вы думаете, что те вот все дамы, господа, парни, мужчины, женщины, бабушки, старушки вот прям вышли и начали выступать, то вы ошибаетесь. Глубоко и далеко. Они тоже раньше стеснялись, потому что потом они уже поняли, что будет, если, да ничего не будет. Будет хорошо, если я буду выступать, потому что, ну, то есть, вот, тут очень сложно налажать, да, вот. Мы можем спросить у наших друзей, да, у знакомых, почему им, вот, показать им наш стрим, вебинар там, да, и что им понравилось, что не понравилось. И вот разница будет, они даже не смотрят туда, куда смотрите вы там, да. Второе, что будет, если вы налажаете, ну, стрим пройдет неудачно, и что будет, если стрим пройдет удачно. Напишите себе это. И вы увидите результат.